вот за моей спиной в сгоревшем ангаре уничтожена Мрия, самый большой в мире самолет. Это был единственный экземпляр, который был способен подняться в небо. Возле этого ангара российские десантники выставляли свою технику, и украинская артиллерия не пожалела. Это чудо советского еще авиастроения. Сейчас бывшие летчики этого самолета говорят о том, что Германия предлагала еще до начала специальной военной операции вывести этот аппарат на территорию ФРГ, однако украинские власти отказались это сделать. В итоге единственный летный экземпляр был уничтожен. Сейчас различные энтузиасты говорят о том, что можно создать международный консорциум, чтобы восстановить, не восстановить, а отстроить новый самолет Мрию, как-то, потому что якобы вся документация сохранена. Сложно сказать, так ли это, но кто знает, как повернется жизнь, и, возможно, и российские, и украинские авиаконструкторы рано или поздно воссоздадут самый большой грузовой самолет в мире.